Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня 7 июля 2024 год. Я хочу предложить вам прогуляться по нашему утреннему саду. Сейчас утро, и вы знаете, такие самые красивые съемки сада, они бывают либо рано утром, красиво падают солнечные лучи, либо на закате. Каждое время по-своему прекрасно, по-своему красиво в саду. Ну вот я сейчас хочу вам предложить посмотреть именно утренний сад, потому что сейчас сад, да, действительно на пике цветения, хотя розы фламентанс и альберих практически отцвели, да и недуна цветает, но еще цветет симпатия, еще цветут некоторые другие мои розы красивые. Расцвели гортензии, даже сейчас их отсюда уже видно. Поэтому, друзья, пойдемте в сад, погуляем, посмотрим, что там как, какая обстановка, как поют птицы. Сад красивый, бассейн налит. И, собственно говоря, лето в самом разгаре. Ну и прежде чем мы пойдем с вами гулять по саду, друзья, для тех, кто не так давно на нашем канале или, может быть, не смотрел предыдущие видео о том, какое расположение имеет наш сад, многие об этом спрашивают. Друзья, я вот вам сейчас показываю проход из старой части сада, которую только что я вам показывала. Вон там эти прекрасные розы, вы видите? И в новую часть сада. Вот такой проход по восточной стороне. Вот очень красиво, кстати, видно сверху, как цветет древовидная гортензия. Вот волжанку надо пообрезать. И немножко дальше новая часть сада. И в эту новую часть сада мы попадаем вот по такой дорожке, которую Паша делал в прошлом году с сыном. Очень много сил на нее потратили. Дорожка такая основательная, на бетонном основании у нас. Для того, чтобы сорняки не прорастали сквозь нее. Ну и через такую арку, на которой в этом году, к сожалению, цветет только одна роза. Вторая обмерзла до прививки, разрастается. Мы попадаем, друзья, в новую часть. Ну и уже из новой части сада мы попадаем, собственно, в беседку. Там Паша разобрал свою дорогу, которую он планировал сделать, но просто пока убрал плетняк, будет делать чуть позже. А здесь пока тень от дома, так как это, друзья, северная сторона, и здесь у нас постоянно такая тень. Такое есть в этой части. Ну, пойдемте, пойдемте на улицу. Ну и, собственно, наконец-то мы на улице, в красоте, в чистоте. Паша здесь, я смотрю, вымыл крыльцо с утра. Мойщик в этом очень сильно помогает, друзья. И вообще Паша любит с утра сделать такую уборку. Паша, друзья, служил срочную службу на корабле. Поэтому у него это в крови моряка. Обязательно вымыть палубу. Вот так вот. Здесь очень красивые петунии у меня в этом году. Вы знаете, друзья, как-то я в них одно время разочаровалась. И в прошлом году даже не сеяла. Но в этом году, так как я болела, никуда не ездила долго весной, и мне хотелось как-то, знаете, чем-то позаниматься, и я решила заказать новые сорта петуний, да, которые многие сеют, девчонки, давно, но я вот тоже решила подобный сорт заказать. Пенталина Rose Eye, кажется, так и называется мой сорт, друзья. Мне действительно очень понравился, не надо общипывать вот эти отцветшие соцветия. Даже если цветочки отцветают, то как-то вот эти семенные коробочки, они совершенно не видны, вид не портит, и петуния сама очень красиво разрастается. Действительно, куст, он совершенно другой, нежели у обычной петунии. Ну, пойдемте дальше, друзья. Очень красиво утром. Утренний сад – это что-то такое, знаете, великолепное. Но так же, как и сад вечерний на закате. Снимаю с телефона, друзья. Такие видео в таком формате я обычно всегда снимаю с телефона. И если вдруг вы сейчас видите это видео на канале в YouTube, то обязательно подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там такие видео выходят очень часто. В YouTube я их публикую редко, потому что, ну, я знаю, к сожалению, что не будут люди много смотреть такой формат. Людям нравится в YouTube, чтобы была музыка, чтобы было какое-то действие, чтобы я тоже была в кадре. Чтобы были коты и собака, вот это вот все, знаете. Вот. А чисто красоту сада
смотрят действительно любители. И так как ведение канала, оно подразумевает работу на разную аудиторию, только в этом канале, только в этом случае канал в Ютубе, он будет успешным. Поэтому, друзья, мне приходится совмещать это все. И много видео подобного формата я в Ютуб выкладывать не могу. Хотя многие просят. Но еще раз говорю, друзья, заходите тогда в Яндекс.Дзен и смотрите, потому что здесь я потеряю зрителей, аудиторию, подписчиков, будет меньше просмотра, если я буду часто выкладывать такой контент. Друзья, вот такой шикарный велосипед у нас теперь находится, про который у меня еще будет отдельное видео. Ну, не то чтобы оно будет целиком ему посвящено, но я расскажу, как по случаю мы его приобрели. Такой кованый, красивый. Он, друзья, у меня уже поменял несколько мест в саду. Я его уже куда только не переставляла. И в итоге вот он пока стоит здесь. Уже он у меня на лужайке постоял. И, вы знаете, вот в этом месте постоял. И где он только не стоял, я его переставляю, ищу для него место. Когда появляется какая-то новиночка в саду, всегда хочется найти ей какое-то самое интересное, самое удивительное место. Сейчас в саду растут лилии. Лилий много. Лилии прекрасные, чудесные, друзья. А у меня в основном все мои лилии, ну, не то чтобы они фактически одного сорта, но да, много одного сорта, потому что я как-то своим лилии сильно поделила. Они у меня долго росли, обмельчали, стали плохо цвести. Я их выкопала, гнездо луковиц разделила, по всему саду рассадила, и теперь у меня, друзья, везде вот такая красно-розовая красота. Ну, для меня красота. Лилии, друзья, положено делить раз в 5 лет. Не пренебрегайте этим, иначе они у вас обмельчают и будут со временем плохо цвести. Обязательно перед посадкой замочите луковицы на полчаса в Максиме, а потом еще можно их и просушить. Это, друзья, лаванда, чудесная лаванда. Ну и рядом роза. Mansion Garden, я ее называю, восхитительный букет. Роза Кордеса растет действительно таким красивым букетом. Вот, друзья, утренний сад, он хорош тем, что тени падают по-особенному. Не знаю, как вам видно, но чисто со стороны это смотрится очень красиво. Не знаю, как сейчас, конечно, берет это все, друзья, камера. В этом месте у меня также растут розы. И сейчас вовсю цветет французская роза, чайно-гибридная Самарканда. У меня здесь несколько кустов этой розы. И опять лилии, как вы можете видеть. И опять лилии, лилии, лилии. А также у меня здесь вместе с Самаркандой, цветок который похож на вот такую чудесную, прекрасную гвоздику. Роза высокая, друзья, больше метра высотой. Где-то 1,20-1,30 м, но не широкая. А у меня также растет, друзья, вот чуть-чуть ветер ее поклонил, который у нас здесь был. Такая роза терракота. Тоже чайно-гибридная, очень красивая. Надо выпрямить, друзья, куст. Очень красиво, очень. Но это тоже роза, которая больше подходит на срезку. Роза фламентанс отцвела практически. Еще, конечно, есть ее такие красивые кистеподобные соцветия. Еще есть на кустике, но уже не так много, как было. Не так она усыпана цветами. Прекрасный утренний сад. Очень люблю утренний сад, очень люблю в саду завтракать, пить кофе. И даже какими-то делами, если я могу позаниматься в саду, то я буду заниматься именно в саду. Немножко вам таких общих видов со стороны, и потом будем разглядывать растения вблизи. Красиво, красиво, друзья, очень красиво. Отцветает дельфиниум рядом с такой белой опорой. Осталось только собрать с него семена, потому что, друзья, вот из таких коробочек дельфиниум со своих семян всходит просто превосходно. Не встаю об этом говорить, если у вас у какой-то соседки, у родственницы, еще у кого-то растет в саду дельфиниум, просто попросите его собрать семена, и он у вас взойдет просто замечательно. В моем саду сейчас распустились, друзья, вот такие желтые видовые лилейники, от которой я, знаете, посадила много-много лет назад. Наверное, как раз в 2008, когда мы только начали заниматься
этим участком, он появился, ну или, может быть, в 2009. И тогда я собирала буквально все подряд, спрашивала у знакомых, там, у сотрудников на работе, у кого были дачи, дайте мне каких-нибудь цветочков, пожалуйста, откопайте, откопайте. И мне женщины, девчонки приносили, я все это высаживала в сад, не подразумевая о том, что от некоторых из этих цветов, которыми так щедро бесплатно со мной делились, очень будет сложно избавиться. Они, конечно, все красивые, друзья, цветы, но для всех цветов свое место. И вот такой лилейник, его лучше всего высаживать где-то за забором. Вот я, когда здесь пыталась от него избавиться, я очень много отдала папе, он как-то сам попросил. Говорит, я за забором его у себя посажу. И вот он посадил, действительно, у него очень красиво. Вы знаете, я, наверное, сегодня вам покажу, друзья. Я, наверное, даже это вам сегодня покажу. Так что оставайтесь с нами до конца в этом видео, и вы посмотрите, как красиво такой лилейник может смотреться там, где действительно ему дать возможность разрастись, и он будет на своем месте. Вот, потому что выкопать его до конца невозможно. Корни такие, что ужас. Еще один дельфиниум, друзья, тоже вот, пожалуйста, семена. Если вам семена не нужны из дельфиниума, просто после цветения его можно полностью обрезать под корень. Он довольно быстро вырастает сам и даже может еще раз зацвести. А это, друзья, клематис, прямо стоячий клематис. Цельнолистный, который я вырастила из семян. Было это уже давно, много лет назад. Такой он невысокий, знаете, многие путают его с княжиком. Но это не княжик, это именно клематис цельнолистный. Группа интегрифолия, друзья. Пойдемте дальше. Здесь, конечно, все взоры, я уверена, падают уже не на розу, хотя мне все хочется ее показать. Прекрасная роза Ньюдон. Отцветает невеста наша красавица. Ну, очень потрясающе цвела. Друзья, она будет цвести еще второй раз и даже, возможно, третий, если будет теплый сентябрь и октябрь. Вот. Ну, конечно, сейчас все взгляды, они сразу падают на эту красавицу, крупнолистную гортензию. Сорт «Бесконечное лето». Гортензия красивая, потрясающая, великолепная, что еще можно сказать. Долгое время, друзья, я... Вот это, друзья, молочай. Камеру просто пока навела. Вот это молочай. Отцветший. Вот так он красиво смотрится после цветения. Хоста, сорт «Патриот». И долгое время, друзья, я не умела сохранять эту гортензию правильно зимой. Она нуждается в обязательном укрытии. И здесь укрытие, но оно должно быть прямо особое. Я, друзья, долго, у меня не получалось ее сохранять, хотя ее укрывала. Укрывала так же, как розы. Ну, вот именно здесь, на канале в YouTube, мне сразу подсказали, как только я канал начала вести, в чем моя ошибка. И с тех пор я научилась ее укрывать, друзья. Если у вас также есть такая красавица, и вы не знаете, как ее укрыть, то на моем канале, друзья, есть видео. А можете, знаете, как просто набрать в поиске в YouTube или даже просто в любой поисковой системе «Укрытие крупнолистной гортензии, суперотпуск на даче». И вы найдете мое видео на эту тему. Вот такая катка с каннами. У меня в этом году, друзья, много канн. Я не нашла, куда посадить. Но там, вернее, знаете, такой был... Остаток от материала, вот, ну, знаете, как-то вот приходит время, и ты от каких-то цветов отказываешься в своем саду, что естественно, да, что-то у тебя новое появляется. Ну, вот, канны, раньше я очень любила рассаживать по забору, но сад становится больше, старее, и я понимаю, что место им находится все меньше и меньше с каждым годом, и сейчас они растут у меня только исключительно в таких катках, в таких кашпо, который Паша плел всю зиму. У меня сейчас растут цветы, целые композиции тут. И микс из колиусов, и петуния. Да, здесь вот растет даже пеларгония. Ну и лаванда, друзья, у меня пока вот в этом месте. Дело в том, что сложновато лаванде расти в кашпо. Очень сложно. Кто спросит, зачем я выращиваю, кто недавно на канале. Друзья, это лаванда, которую я привезла из Турции. Это большие кусты, они больше меня ростом. И я, ну, во-первых, как-то думала, перезимуют, не перезимуют, решила их в кашпо оставить. Я привозила,
ну, отросточки, и здесь уже укореняла дома, когда приехала. И пока она росла, у меня друзья на балконе, она там даже цвести пыталась, я просто не давала. Просто шикарная была. Потом вынесла на улицу, пошли дожди, но вот заново обрастает, вот эту подстригла. И вы знаете, друзья, дожди ее сначала залили, потом ее засушило солнце. В общем, лаванда такая сложная культура для выращивания в кашпо. Я все-таки, наверное, буду подыскивать ей место в саду в открытом грунте. Там у меня, друзья, мой цветочный хоздвор, и даже еще, видите, какие-то, кое-какие кассеты стоят, не все высажено. Там примула осталась и прострел. Прострел, наверное, буду сохранять до следующего года. Пересажу в горшочки, и в прикопе будет зимовать. И это, друзья, тоже дельфиниумы такие замечательные. И вот в этом месте дельфиниум у меня растет у северной стороны дома. Ну и вы можете видеть, конечно, разницу. Там, где светло и солнечно, дельфиниум уже отцвел, а здесь он еще продолжает цвести. Вот такая красота. Весь дельфиниум, друзья, в моем саду, весь без исключения, я вырастила из семян. Я когда-то им прям болела, покупала различные сорта. Тут он упал у меня на гортензию. Но лучше всего, друзья, больше всего мне понравились дельфиниумы новозеландские. Вот, они плотнее, у них как-то цветы плотнее друг к другу. В общем, больше мне понравились, вот так вам скажу. Потому что у дельфиниумов есть несколько таких видовых разновидностей. Вот именно новозеландские, но лично мне понравились больше всего. Вот сейчас тоже такая небольшая тень от дома, друзья. Ну, приходится мириться и с тенями. Вот всегда, знаете, хочется снять идеально, но тени обычно мешают. И, знаете, бывает еще идеально получается снимать в пасмурную погоду. Ну или вот еще раз говорю, на закате, когда уже солнце вот-вот село практически, дает такие красивые нам лучи. Лаванда, друзья. Все кусты лаванды в моем саду также мной выращены из семян. Лаванда узколистная, английская. Здесь клематис цветет сейчас очень красиво. Вильдолеон. Нет, друзья, это не вильдолеон, это у нас варшавская най. Вильдолеон у меня, друзья, пока в бутонах. Понимаете? Что-то прям не хочет расцветать. Бутонов много, но не цветет. Что многие спрашивают, Светлана, где ваш вильдолеон? Что он очень красивый, большой, нарядный. Друзья, пока в бутонах. Пока в бутонах. Это герань с прошлого года еще, друзья, куст. Маточник, с которого я черенковала герань в этом году. Ну и так оставила. И посмотрите, как он хорошо цветет. Здесь у меня, друзья, моя новиночка. Моя роза. На штамбе, которую я давно хотела. Но теперь думаю, как мне ее выращивать. Потому что, честно говоря, укрывать еще одну красавицу совершенно не хочется. Выращивать в кашпо. Кто-то говорит, розы плохо растут в кашпо. С другой стороны, я видела одну садовницу из Беларуси, ну, правда, Беларусь, да, немножечко там потеплее у них, как у нее прекрасно уже 15 лет растут многие розы именно в кашпо, вот такие вот. Вот я уверена, сейчас меня многие не услышат, и все равно будут говорить, что нет, все будет плохо, друзья. Ну, вот я лично видела, и даже в телеграм-канале ссылку давала, когда со мной тоже девчонки не то что спорили, но прям даже слушать не хотели. А я им дала ссылку прям, говорю, ну посмотрите, ну почему вот все думают, что чего-то невозможно, что что-то вообще просто невозможно. По-моему, все изумились. Там 15 лет выращиваются розы именно в кашпо. Зимуют в неотапливаемом домике садовом достаточно хорошо. Ну и в Беларуси, конечно, климат немножко помягче. Еще раз, друзья, показываю вам красавицу Невидон, плетистую розу. Сейчас розы, друзья, надо обработать. Каждый день что-то я собираюсь это сделать, и все никак. Хосты, которые растут у меня на солнце, но солнце в этом году, ну, безумно жаркое. И, конечно, поэтому они, видите, стали тоже подгорать. Ну, на самом деле, друзья, по вопросу выращивания хост на солнце у меня есть отдельное видео, где я подробно рассказала, что лучше всего солнце переносят хосты белоокаймленные, вот как патриот, как вот эта красавица, и желто окаймленные. Но это не говорит о том, что они будут расти идеально. Все равно они будут на солнце подгорать. У нас в условиях Подмосковья, но у нас в этом году очень жаркое лето, у нас плюс 35 уже держится, я не знаю сколько. И вот все равно, видите, вот стали подгорать. Это от солнца, друзья. Видите, именно верхние листочки, которые выше всего к солнышку.
Вот они стали подгорать. Поэтому тут решение принимать вам. А уж если, друзья, вы в климате более таком южном, ну, я думаю, вам на солнце сажать хосты никак нельзя, это просто противопоказано. Я, знаете, друзья, когда только начинала свой канал вести, я давала много советов, исходя из того, что наш сад находится в Подмосковье. И мне часто люди писали, что вот у нас на юге такое невозможно. И я действительно стала потом задумываться и всегда следить за тем, что я говорю, и оговариваться, что наш сад находится в Подмосковье. Так, ну пойдемте посмотрим наш замечательный бассейн, друзья, который в этом году мы тяжело, но налили, потому что меняли вот эту чашу, чашковый пакет. И нас сначала залило, и приходила грунтовая вода. Мы убрали весь этот чашковый пакет. Друзья, были страшные ливни. Нас то заливает, то сушит в этом году. И мы никак не могли его поставить. Уж думали, что вообще не поставим. Оставить надо, потому что такой бассейн, вкопанный в землю, уходит на зимовку только налитой водой. Его нельзя оставлять без воды, иначе грунтовые воды его развалят. И вот, друзья, наконец-то потом дожди прошли, мы его налили. Паша в этом году, друзья, здесь решил вот так вот обыграть вот эту часть, ну, вот таким бревном. Он специально купил несколько бревен. Ошкурил, как это называется, таким инструментом прошелся, чтобы они были гладенькие, покрасил. Но единственное, что надо сделать, обработал пропиткой, вернее, это вот так их скрепить. Но вот вчера уже купил крепежи. Я думаю, что в ближайшее время скрепит. Водичка хорошая, друзья. И в такую жару, конечно, это сущее удовольствие купаться в таком чудесном бассейне. Когда в такую жару, друзья, в него ныряешь, сразу забываются все какие-то моменты, когда ты его моешь там, наполняешь, еще что-то делаешь, обслуживаешь. В этом году, друзья, у меня бузина черная вымерзла. Ну, вот она разрастается заново. Ну, что, в принципе, даже неплохо, потому что куст был здесь уже огромный. Я думаю, что такого вполне достаточно. Гейхера, который я тоже, друзья, вырастила из семян. Очень много у меня гейхера, которые выращены из семян. Ну, кто хочет посмотреть или не видел никогда, друзья, кто впервые на канале, компостные ящики, теплица, где растут наши овощи, там томаты, огурцы и перец. Больше ничего не выращиваем. Ну, зеленушку немножко. Лилии красивые вот здесь тоже цветут, друзья. Такие, знаете, яркие, простенькие, но украшают неплохо это место. Рядом, друзья, виргинский можжевельник, который в этом году тоже весь обстригла, потому что он тоже у меня подхватил шуты. Пришлось много из него вырезать и освобождать его. На нем уже, друзья, ягодки зреют. Он такой душистый. Вообще все можжевельники, они потрясающий запах нам дают в саду. Они вырабатывают фитонциды. И, конечно, можжевельники, вот именно за этот запах, друзья, этим можжевельником прощаешь все их болезни и все какие-то такие моменты, которые встречаются, и колючие они, и обрабатывать их приходится. Ну, вот эта зима очень сложная была для можжевельников, к огромному-огромному сожалению. Сейчас покажу вам, друзья, уже показываю две интересные розы. Вот это, по-моему, роза принцесса Сибилла. Роза плетистая, растет в форме клаймбера. Такая, знаете, можно сказать, кустовая, ее можно вести по типу шраба. Но вообще все клаймберы, они растут по типу большого куста. И при желании вы можете, друзья, их, конечно же, формировать и пониже. Я очень люблю такой простой, незамысловатый цветок. И вот цветет вот такой большой кистью, гроздью. Вот уже, друзья, опять набрала новые бутоны. Такая, знаете, роза бесконечно цветущая. Будет цвести все лето. И также у меня здесь рядом у этого же заборчика подобная же роза, подобного же цвета. Это роза Night Owl. Night Owl. Надеюсь, что я произнесла так, что вы разобрали. Night Owl. Вот так называется. Тоже, ну они похожи две, но мне почему-то не хотелось покупать одного и того же сорта. Хотелось какое-то разнообразие внести, посмотреть, чем они отличаются. Вот это я всадила две похожие друг на друга, но все-таки разного сорта. Здесь у меня, друзья, вот как раз и бассейном вот закрывает вот эта шпалера, которую Паша мне в этом году
весной сделала. Кто смотрел наши веселые блоги садовые, те видели, как Паша мне ее делал. И вот у меня у этого заборчика, у этой шпалеры как раз растут две такие красивые розы. Древовидная гортензия, которая сделана достаточно высокая обрезка, не совсем высокая, но выше средней. И, как вы можете видеть, прекрасно держит куст. И я вам сейчас покажу, друзья, что совершенно она мне не подвязана. Хотя здесь стоит давно такая опора, я ее никогда не убираю на всякий случай. Ну вот, смотрите. Совершенно свободно лежат ее побеги. У нас были в этом году, друзья, очень сильные ветра. Гортензия моя не подвязана. Вот, она прекрасно держит куст. Именно за счет такой своеобразной обрезки. Вот когда обрезают, друзья, вот эти древовидные гортензии очень-очень низко, в итоге получают большие соцветия. Но в итоге после первого же дождя такие гортензии все лежат на земле. Никогда не рекомендую делать низкую обрезку гортензиям. Лишь в том случае, конечно, если вы хотите омолодить ваш куст. Тогда такая низкая обрезка, она оправдана. В остальных случаях нет. Роза. Кустовая роза. Похожая на розу Салли Холмс или Неваду. Но вроде бы ни одна, ни другая. И вот как раз, друзья, рядом Вильдлеон пытается свисти, но вот он стал распускаться. Он очень большой, очень высокий клематис, друзья. И вот так вот он всегда позже у меня распускается. Розы. Розы, друзья. Здесь Вероника. Рядом с лилейником. Веронику тоже, кстати, семян выращивала. Очень красиво, друзья, здесь сейчас распустились вот такие лилейники. Вот они, правда, очень красивые. Я, к огромному сожалению, не знаю сорта своих лилейников, так как, ну, для того, чтобы сорта запоминать, мне хватает роз и пионов. Лилейники как-то не запоминаю, а вот зря. Вот этот лилейник, друзья, он очень-очень красивый. Может быть, кто-то знает его сорт, напишите в комментариях. Друзья, постараюсь запомнить или записать себе куда-то, потому что сорт, ну, очень хороший. Очень обильно цветущий, красивый, крупный цветок. Еще один куст лаванды, выращенный мной из семян. Вот, кстати, еще один лилейник у меня здесь зацветает. Это, по-моему, махровый. Мне так кажется или нет. Давайте посмотрим его цветочек. Ну да, такой немножечко махровый. Но вот все-таки тот светлый, друзья, мне вот нравится больше лилейник. Не знаю почему, но как-то так. Друзья, клематис тайга. Ну, красивый-красивый клематис. Я как-то сначала, когда он в этом году расцвел, вот третий год у меня цветет, я как-то не очень поняла его красоту. Думаю, ну, ничего необычного. А сейчас смотрю, да нет, ну, очень-очень красивый. Меня спрашивали, как он зимует. Да легко, друзья, зимуют в условиях Подмосковья. Элементарно просто обрезаю, он третья группа обрезки, и все. И прекрасно он у меня, собственно, зимует всю зиму. Гейхеры, друзья, лиатрис. Вот свои колосочки выпустил, очень люблю лиатрисы. У меня их много. Некоторые покупала луковицами, некоторые выращивала также из семян. Очень красиво, друзья, у меня здесь зацветает лапчатка сейчас. Вырос барбарис, который я обстригала. Смотрите, сколько красивой вот этой вот новой зелени от него. Такого лимонного цвета. Прям вот, ну, красота. Везде красота, друзья. Немножко давайте еще с этой позиции вам покажу. И пойдемте побродим дальше. Здесь, кстати, уже практически отцветает спиреем. Golden Princess. Вот быстро они отцветают. Друзья, обрезаю один раз после того, как отцветет. И все, в условиях нашей средней полосы больше не обрезаю. Одного раза бывает вполне достаточно. Ну, вот с этой позиции очень красиво, конечно, смотрится и гортензия, которая никогда так не цвела, как в этом году. И, друзья мои, конечно же, белая роза White Fairy. Вот альберих отцвела, но посмотрите, какая нарядная белая, да? Это же просто красавица. Просто красавица. Кто будет интересоваться, друзья мои, вот этим можжевельником, да, то он тоже обрастает.
над которым мы работали, который у нас сильно заболел в этом году. Я его весь, друзья, обрезала, провела, согнувшись над ним много часов. И вот видите, вот у него появились вот такие молодые побеги. Поэтому, друзья, у кого можжевельники до сих пор также все желтые, не ленитесь, вот это все вы должны убрать. Прям секатором обрезать каждую веточку, освободить его от этой сухой хвои, и он у вас начнет заново обрастать. По-другому, к сожалению, можжевельник ваш с болезнью может не справиться, а это все-таки болезнь, да? К огромному сожалению, это все-таки не просто так они посохли. Наш лист инцидиана никак, друзья, видео про нее не смонтирую, как мы ее покупали и сажали. Но все впереди. Еще все вам помонтирую, все расскажу. Очень красиво гортензия с этой точки смотрится. И отсюда тоже. Ну, пойдемте дальше. Ну, еще раз показываю вам розу. Принцесса Анна, друзья, первым цветением отцвела, но эта роза постоянно цветущая. И у нее уже, вот видите, достаточно много бутонов. Сейчас она будет цвести заново и радовать нас еще и дальше своим цветением. Ну, практически, друзья, всю старую часть мы с вами обошли. Все вам показала. Вот, и петух у нас закукарекал у соседей. Выгоняет нас идти дальше. Пойдемте. Покажу вам, что там в новой части за домом. Как раз то, что я вам показывала. Посмотрим. Там, правда, сейчас тень не очень так хорошо падает, но все равно посмотреть можно. Вот никак, друзья мои, остеосперма не расцветет. Вот с бутончиком, но никак. Вот жду каждый день. Идем, друзья, по нашей дорожке, которую я вам показывала в начале видео, за дом. Здесь надо бы тоже мне заняться, друзья, этим пузыреплодником. Он очень сильно разросся. Надо его прорядить. Прям такая копна огромная, мне уже не нравится. Это перебор. И так сложно обрезать всегда, знаете, старые запущенные кустарники. Вроде, конечно, я тут пыталась как-то его содержать, но тем не менее, все равно он прям сильно разросся. Ладно, надо немножко попозже им заняться. Те, которые молоденькие, за забором я уже обрезала все в такую шарообразную форму. Кто видео не смотрел, обязательно посмотрите. Может быть, даже вам будет интересно. Если вы тоже начинающий садовод, только занимаетесь садом, много чего не знаете, я как раз показывала, друзья, как легко и просто сделать из пузыреплодников, из других кустарников, да, там дёрнов, спирей, такие шарообразные формы. И показывала обрезку ели в том числе. Вот, друзья, еще один дельфиниум. Но их много сейчас в саду, я просто не могу их не показывать. Я их уже несколько показала. Ну вот. Вот это как раз новозеландские, друзья. Они хорошо держат как-то форму свою. Более плотненькие такие, не падают. Мне больше нравится. Куст лапчатки довольно молодой. Лапчатку, друзья, обрезать надо каждый год. Она цветет на побегах текущего года, поэтому ее обрезаем каждый год. Ну вот здесь она немножко в полутени, поэтому цветет не так обильно, но сейчас вот еще здесь тоже распустится. На самом деле, друзья, лапчатка очень любит у нас именно солнечные места, поэтому ее сажайте прямо на солнце. Туи Yellow Ribbon. А здесь у меня они высажены в живую изгородь. Покупала я их когда-то, друзья, черенками укорененными. Те, кто, ну, не знает наш сад, с нами не знаком, до сих пор продолжают мне писать комментарии, как много денег в этом саду вложено. Здесь, знаете, друзья, вложено немного денег. Денег как раз здесь не очень много. Вот, может быть, вам это покажется странным, но это так. А здесь много труда, и многие растения, купленные мной, были просто вот черенками. А много я вырастила сама из семян. Ну, пионы, конечно, купленные, барбарисы вот купленные. А все цветы многолетние, в том числе гейхеры, дельфиниумы, много что еще, друзья, я даже вот вам все не могу сказать. Даже вот эти очитки ползучие, друзья, я тоже выращивала из семян. Я помню, купила набор ползучих таких очитков и просто их посеяла, и вот они прекрасно взошли. Очень много черенковано, гортензий самостоятельно. Единственное, друзья, розы не черенкую, поэтому здесь не так много денег, как кажется.
Здесь просто много труда. И это, друзья, розы Тилия. Это японская роза, мне ее положил питомник Элит, я помню, тогда в подарок. И вы знаете, я хочу вам сказать, что это единственная японка, которая в моем саду выжила и растет. Потому что все остальные японские розы, которые я тогда заказала, к сожалению, с каждым годом умирали по одной. Наш тяжелый суровый климат подмосковный им не подошел, даже несмотря на то, что я их, конечно же, укрывала на зиму. Вот это, друзья, дубравник, он сейчас будет тоже цвести, уже набирает свои эти цветочки такие розовенькие. Это дубравник. Вот об этом растении я не знала вообще, купила его случайно на рынке садовом. Кстати, очень им довольна. И полынь Шмидта, вот там тоже разрастается. Гвоздики, друзья, уже отцвели. Ну и, собственно говоря, вот цветут розы, полынь Шмидта сейчас будет красивая, дубравник. Цветение сменяется. Многолетники, друзья, дают нам возможность получить в саду вот такое постоянное непрерывное цветение. Просто в каждый момент оно разное. И если правильно подобрать многолетние растения для сада, то у вас будет сад постоянного непрерывного цветения. Вот как раз, друзья, сейчас зашла в тень. Здесь, конечно, когда солнце, очень красиво смотрится бордюр вот из этих хост. Также, друзья, я и хосты, знаете, как рассаживала на бордюр, взяла одну хосту, более-менее взрослую, не сказать, что очень, всю ее поделила вплоть там до листочков и посадила. Все. Помню, делала я это осенью, пошли дожди, даже не поливала, и она чудесно, прекрасно прижилась. Сорт хосты, друзья, патриот. В этом году, друзья, у меня не очень хорошо цветет роза Вехельблау. Но, вы знаете, она выгнала огромное количество каких-то новых побегов. Поэтому, как знать, может, на следующий год будет шикарное цветение. В том году она цвела очень-очень обильно, очень красиво. Такими кистеобразными тоже цветами. Досталась в мой сад совершенно случайно. Совершенно не планировала ее покупать. Никогда не знала, что такая роза существует. Покупала, друзья, какую-то очень известную голубую розу. Сейчас сорт не вспомню. Но оказалось Вихельблау. Это роза, которая используется в основном в качестве подвоя. Там она, знаете, селекции начала 1900 какого-то года. Довольно сильная роза. Посмотрите, какого монстра выросла. Но если она мне на следующий год будет так же плохо цвести, то мне придется, друзья, от нее избавиться. Хоть это не в моих правилах. Ну, я не знаю, ну, просто обычный монстр такой зеленый мне как-то не очень нужен. Она единожды цветет за сезон, да, но зато как она цвела в прошлом году, это было что-то. В этом году, к сожалению, вот такие обычные ростовые побеги, я их называю так, и они вот не заканчиваются у нас бутоном. Возможно, они новые, друзья, но розы колючие, надо залезть под низ, посмотреть, откуда они растут. Если они растут от старых побегов, вот эти новые, от старых, она должна была цвести, поэтому в таком случае я не знаю, что с ней. Я потому что сомневаюсь, что они все растут от основания. Ну, прям не знаю, какое-то странное у нее цветение. Надо подумать, что с ней, друзья, в этом году. Ну, и это роза Эксельза. Роза единожды цветущая, но зато как. Кстати, если вы купите сорт Супер Эксельза, цветки будут точно такие же, цветение такое же обильное, но цвести будет два и даже три раза, она повторно цветущая, сорт Эксельза. Ну и, друзья, начинает цвести моя скумпия кожевенная, которая выращивается в моем саду без укрытия. Я ее никогда не укрываю. Первые два года вымерзала, потом привыкла. Видно, корневая система окрепла, и вот уже начинает цвести. Все цветение скумпии заключается, друзья, кто не знает, вот в таких воздушных метелочках. Это, собственно, и есть ее цветение. Вот такая красота. Очень красиво, друзья. Есть зеленые скумпии, у меня вот краснолистные. Все они цветут очень красиво. А это, друзья, клематис ашва. Он растет в моем саду, на самом деле, очень давно. Но как-то не очень он вот радует меня своим внешним видом, цветением. Ну, уж как растет, так и растет. В этом году даже побаловал получше. Я, правда, за ними особо и не ухаживаю, друзья, за этими клематисами. Я, честно говоря, особо, друзья, ни зачем не ухаживаю. У меня сад, вы знаете, я его пропалываю от сорняков. Я стараюсь рыхлить почву,
где есть такая возможность под растениями. И я стараюсь подкармливать компостом, перепревшим навозом. Вот, видите, новые посадки у меня, друзья, именно рыхлятся, ничего не замульчировано, потому что пока цветник новый, я стараюсь высаживать какие-то однолетние цветы в него, чтобы было так ярко, красиво. Вот в данном случае это вербена в этом году. И потом постепенно растут уже растения более крупного порядка, которые здесь высажены также, занимают все свободное место, и на самом деле совершенно нет никакой необходимости, да, что-то вот мульчировать и прочее. Ну, вот я справляюсь вот так рыхлением. И больше, кроме вот этого рыхления, друзья, ну, конечно же, своевременного полива, мои растения практически ничего не получают. Ну, не считая, вот я говорю, в редких случаях компоста, навоза, и то это достается далеко не всем растениям, а лишь в основном розам, пионам и гортензиям, поэтому, знаете, как-то они у меня на воле растения, как хотят, так и растут. Вот это честно, друзья, без преувеличений. Я сильно их не мучаю, не залечиваю, не рассматриваю каждое пятнышко. Ну, конечно, розы обрабатываю несколько раз за сезон. В этом году, кстати, обрабатываю мало, вот честно вам скажу. Ну, наверное, как-то, может быть, и зря, может, надо и почаще. Ну, как-то вот расслабилась. Смотрю, листва вроде хорошая. Хотя черную пятнистость, конечно же, я уже увидела. Но черная пятнистость, друзья, она у нас начинает проявляться вот как раз после первого цветения, середины июля. Она обязательно будет. Так, вот здесь, друзья, розу так не развязала плетистую. Ветер был, друзья, мы его так сильно связали, пока я ее не развязала. Ну и гортензии. Немножко, друзья, ветер потрепал. И вот тут такая вытоптанная площадь. Здесь Паша планирует заложить дорожку из плетника. Пока он здесь лежал, трава, естественно, расти перестала. Ну, я думаю, что скоро Паш дорожкой тоже займется. Гортензии, друзья, от той гортензии, которую я вам показывала, это ее детки. Все то, что я черенковала. Ну и вот, собственно, друзья, мы обошли с вами весь сад. Немножко здесь не очень сейчас смотрится вот эта территория, так как здесь большая тень, это новая часть сада. Когда-нибудь здесь тоже будет так же красиво, как и в старой части. Растения разрастутся, займут с собой всю площадь и будут также радовать нас своей красотой. Ну, а пока вот так, друзья, пока вот так. Всему надо время. Очень часто меня спрашивают. Значит, давайте я вам покажу свою традисканцию. Вот никак я горшки вот эти не задекорирую. Мне кажется, знаете, пока я соберусь их декорировать, мне уже это делать будет не надо, она у меня вся разрастется. Традисканция, которую мне прислала Настя из города Свободный. О, представляете, какая красота. Она мне прислала черенки. Вот что получилось из этих черенков. Огромное количество вот таких кустов. Вот. И, друзья, что хотел сказать, очень часто люди, которые не занимались никогда садоводством, спрашивают, когда же они разрастутся. Я посадила вот какой-то цветок, он совсем не растет. И в таком случае всегда хочу сказать, а дети ваши сразу выросли. Ну, вот так же и сад. Всему надо время, друзья. Ваша любовь, солнышко, вода. И обязательно все вырастет. Желаю вам всем красивых садов, хорошего настроения, прекрасной погоды и исполнения всех ваших задумок в этом сезоне. Всем пока, друзья. Всем хорошего настроения. Пойду завтракать. Друзья мои, забыла вам показать вот это огромное насаждение с лилиями. Это по скриптум, да? И, конечно же, еще один клематис. Варшавская Найк. И кто-то спрашивал про мою лилию гигант от гибрид Хайти. Друзья, она в этом году очень в плохом состоянии, потому что она сильно подмерзла. Ну и то цветет. Я обязательно ее в этом году в конце августа выкопаю, разделю и пересажу. Поэтому, друзья, если вдруг вы на наш канал не подписаны, обязательно подписывайтесь. У нас очень много интересного. И я очень часто снимаю, друзья, не только вот такие обзорные видео, где просто показываю красоту сада, но на нашем канале очень много видео учебных, по которым можно легко научиться делить, рассаживать, пересаживать растения.
выращивает растения из семян. Даже кустарники, даже азалии, рододендроны мы выращиваем из семян. Очень много всего. Я же говорю, друзья, у меня сад выращен из семян практически. Ну, не прям весь, но большая его часть. Поэтому все, кто думают, что садоводство – это очень дорогое удовольствие, это вовсе не так. Это просто занятие для очень увлеченных людей, которые все свободное время свое посвящают саду. Потому что сад – это образ жизни. Вот смотрите, друзья, я с вами попрощалась, а расстаться не могу. Так сильно меня увлекает сад, и так много я готова о нем говорить, рассказывать про каждое растение в своем саду. И еще раз вот хочу как-то привлечь людей к садоводству, для этого веду канал, с удовольствием делюсь всеми своими наработками, навыками, своим опытом и с удовольствием показываю свой сад, приглашаю вас в него. Рада всегда, друзья, да, позитивным подписчикам, которые не боятся физического труда, которые хотят создать такую же красоту своими руками, а в нашем саду, друзья, не было ни одного дизайнера. Ну, вообще все дизайнеры поймут сразу, что сад этот не дизайнерский, вот, но кто-то не понимает из простых людей, но многие думают, что вот здесь и дизайнеры, и работники, и садовники. Нет, друзья, ни дизайнеров, ни работников, ни садовников. Сад этот когда-то начинала я вообще сама. Немножко сейчас еще, друзья, вам расскажу и закончу. Так что, наверное, ну, очень много, друзья, вот бывает новых подписчиков, или, знаете, люди бывают, вот не все видео посмотрели, им не хочется как-то в каждом видео донести максимум информации. Когда мы начинали заниматься этим участком, первая была построена вот эта баня, вот этот маленький домик, который вы видите, в котором мы с семьей прожили 10 лет, с ребенком. Нам было там здорово, классно. С удовольствием приезжали 1 июня, как только ребенок заканчивал учебу в школе, и уезжали 31 августа, я помню, знаете. А 1 сентября мне надо было уже ребенка в школу отправлять, успеть ему все погладить, постирать, собрать. А я 31 августа еще с растениями вожусь, не могу от них оторваться. Вот такое увлечение, друзья. Это действительно увлечение всей жизни. Сад – это вообще образ жизни. И когда мы только начинали здесь что-то делать, совершенно... Ну, Паша не понимал, что я делаю. Но вот вы вот сейчас своему, может быть, супругу скажете, ну, большинству, да, там какие-то цветочки вы сажаете, он даже не поймет, что вы делаете. Ну, посадила куст какой-то. Хорошо, если еще не скосит. А сколько раскашивал, друзья, и Паша тоже. Мои кусты, мои пионы, мои гортензии. Потом я поняла, что просто так нельзя сажать. В газон надо обязательно разбивать цветники. Стала копать, таскать камни, делала еще тогда дренаж, хотя дренаж на нашем участке совершенно не нужен. У нас участок очень сухой, но делала все по правилам. Паша приезжал вечером, видел, что здесь что-то посажено. Кстати, сейчас кто-то спросит, скажет, вы что, не работали? Друзья, 5-2. 5-2 всю жизнь. Просто у Паши была работа по сменам, и он не всегда видел то, что я тут вытворяла. И когда приезжал, говорит, ох, что-то посажено. А это ты что, сама копала? Я, да, в таком духе. А потом вот, друзья, когда сад стал подрастать и стала проглядывать какая-то красота, я помню, это, может быть, был какой-то 2014 год, но растения долго растут, вот как раз лет через 5, через 6. И Паш просто как-то вышел летом и удивился, как у нас всего много и как все стало красиво. Ну и постепенно я стала как-то его привлекать. Да и он сам стал помогать, даже уделять больше времени. Сейчас, конечно, очень много работы он делает. Он окашивает полностью, стрижет растения, потому что всему нужна уже подстрижка. Сад вырос. И у молодого сада, друзья, одни проблемы. У старого сада уже проблемы другие. Вот березу надо обрезать, да? Сосну нашу большую надо обрезать. Конечно, всем этим занимается Паша. Ну вот и все, наверное, пожалуй, сейчас я точно закончу, да, подведу итог тем самым, что все возможно было бы желание. И гортензии, кстати, друзья, прекрасно черенкуются. Если вы купили всего одну, черенкуйте, и будет у вас много гортензий на участке, и из одной гортензии можно много начеренковать. И тимьян вот такой шикарный можно вырастить и посадить его в качестве почву покровного растения, а еще и чай с ним пить, друзья, и лаванда. Все это прекрасно выращивается из семян. Я уж не говорю про однолетние растения, такие как колиус, петуния, да, вот эти герани, пеларгонии,
лаванда, хотя она многолетняя. Это также, друзья, все легко и просто можно вырастить из семян. Было бы желание, и сад будет. Друзья, помните, я обещала показать, как красиво может смотреться видовый лилейник в том случае, если посадить его правильно. Если дать ему возможность разрастись, подцвести, показать всю свою прелестную вот эту красоту. Смотрите, друзья, какие красивые куртины цветов он нам выдает. Вот так вдоль дорожки можно посадить и радоваться на его цветение. Поэтому еще раз повторяю вам, что каждому цветку свое место. Все цветы по-своему хороши, но для всех цветов надо место. То красивое место, где они будут в тему, где они не будут вам мешать, где они украсят своими огромными кустами, там разросшимися куртинами, освоят какие-то территории и будут вот так потрясающе, друзья, смотреться. Ну вот теперь точно уже все. Все сказала, все показала, ничего не забыла.